Одну из тренировок бойцов Каспийского клуба смешанных единоборств «Родина» посетил титулованный спортсмен, выступающий в UFC Рустам Хабилов. Главной целью встречи не только показать правильное проведение болевых приемов и привить принципы здорового образа жизни, но и поделиться секретами успеха. На совместной тренировке с признанным чемпионом побывала и наша съемочная группа. Бойцы Каспийского клуба смешанных единоборств, тренирующиеся в спортивной школе «Родина», не раз громко заявляли о себе на чемпионатах России, Европы и мира. Встречаясь раз в неделю, бойцы занимаются в одном зале с начинающими спортсменами, что придает особенный стиль каждой тренировке. Придя на очередное занятие, ребят ждал приятный сюрприз. Показать им мастер-класс приехал дагестанский боец ММА и выступающий в UFC Рустам Хабилов. Учитывая то обстоятельство, что здесь нет новичков, наставники решили усложнить программу, чтобы спортсменам удалось продемонстрировать прежде всего исполнение технических элементов из собственного арсенала. Наставники, да и сами спортсмены уверены, что подобные встречи не проходят даром. Кто-то перенимает себе опыт, а кто-то вдохновляется примером и идет с еще большим рвением к дальнейшим победам. Звездный гость дал борцам несколько советов. В частности, рассказал, что в поединке нужно держать минимальную дистанцию с соперником, чтобы он не вышел из-под контроля. Это важно помнить и применять на практике. Говоря о спорте, Рустам Хабилов подчеркивает, что для него это не просто увлечение, а образ жизни. Пришел в секцию после школы, сделав осознанный выбор. Поставил цель и стал упорно тренироваться, чтобы добиться результатов, рассказывает спортсмен. Но даже за самой маленькой победой стоит усердная тренировка и железная дисциплина, подчеркивает чемпион. Ну, я долгое время тренировался по боевому самбо. И некоторые приемы с боевого самбо тоже. И я вот уже 4 года тренируюсь в Штатах, в зале Грега Джексона. И я научился тоже много чему новому в этом зале, то, что я здесь не знал. Стараюсь делиться с опытом с молодыми. После совместной тренировки Рустам Хабилов высоко оценил способности наших бойцов и отметил, что у многих есть хорошие задатки, которые надо развивать и совершенствовать. Заира Гамзатова, Магомед Магомедов, Алексей Колесников, новости Каспий ТВ.